Фестиваль «Зеленый шум» не отменяется. Организаторы приняли решение перенести его на осень. Это одно из самых ярких и долгожданных событий в культурной жизни Югры. Время высокого искусства и знакомства с восходящими звездами. Чем до тех пор будут заниматься музыканты и как период самоизоляции скажется на их подготовке, расскажем в сюжете. В домашних тапочках, но без опозданий. Дисциплину на репетициях никто не отменял, даже если они проходят по удаленке. Уже больше месяца коллективы Сургутской филармонии осваивают необычный формат занятий. Они продолжают оттачивать свое мастерство, не выходя из дома. Артисты переживают непростой период. Без сцены и зрителей. Он стал для них настоящим испытанием, но в то же время и новым опытом. Сейчас ведется работа по формированию нового творческого сезона 2021 года. Наши артисты, хоть и находятся по домам в самоизоляции, но они постоянно занимаются. Они изучают оркестровые партии, осваивают новый репертуар, чтобы постоянно находиться в высокой концертной форме. Работники культуры прогнозируют резкий всплеск посещаемости концертов после отмены ограничений. Ведь к тому времени зритель успеет соскучиться по искусству и живому исполнению. Перед музыкантами встанет задача утолить духовный голод населения. Чтобы не пришлось готовиться к выступлениям в авральном режиме, большую работу проводят уже сегодня. Современные средства связи позволяют организовать дистанционные репетиции не только для сольников, но и целых коллективов. Эх, наша матушка, земля Россия, отец наш православный крест, забивай казаки удалые, от души до самых до небес. Многие исполнители сегодня могли бы блистать на сцене Сургутской филармонии. Программа традиционного апрельского фестиваля «Зеленый шум» уже была сверстана. Большинство билетов продано. Но главное культурное событие весны постигла та же участь, что и другие массовые мероприятия. Удар для участников, разочарование для зрителей, проблемы для организаторов. Тем не менее, отказаться от фестиваля в этом году не планируют. Принято решение о его переносе на осень. Безусловно, осенью тот формат, который мы задумывали на весну, безусловно, претерпит какие-то изменения в связи с, ну, будем так говорить, и с маршрутами, и с графиком артистов и коллективов, которые мы пригласили на «Зеленый шум». Но я уверен в одном – «Зеленому шуму» быть качественным, быть ослепительным, как всегда. Все билеты остаются действительными. По ним зрители смогут попасть на другие концерты, если в афише произойдут изменения и какой-то из артистов или коллективов не сможет приехать на фестиваль. Сейчас ведутся переговоры с гостями, которые должны были стать гвоздем программы. Уточняются их гастрольные графики. Тем, кто осенью уже не сможет выступать на «Зеленом шуме», подыскивают равнозначную замену. Организаторы уверяют, по качеству и наполнению содержательная часть фестиваля не пострадает. Светлана Славкина, Роман Турбин, «Вести Югория», Сургут.